Привет, друзья! Я хочу вас попросить, это коллективный разум, включаемся. Дайте мне совет. Вот эта картина, это вот такая Мадонна звездная, в руке у нее свечка. Посмотрите, что дописать, что убрать, что подкрасить или, может быть, цвет какой-то убавить. По мне, так она сегодня нравится. Но когда мы работаем в коллективном разуме, я вдруг услышу какой-то дельный совет, и картина станет вообще шедевром. Вы же хотите носить, например, на своей майке вот такую картину? А у меня друзья есть, которые могут такое дело напечатать, и вы потом будете иметь прекрасную майку вот с этим изображением. Давайте, друзья, вперед! Вместе мы сила!